Всем привет! Сегодня я хочу сделать распаковку посылочки с сайта Мыло Опт вместе с вами. Посмотрим, что сегодня у нас в заказе. Это такие коробочки для наборов мыльных. Потом мы их сложим красивенько. И будут наборы для мыла. Коробочки. Дальше у нас такие вот ленточки. Разные цветные рафия. Я очень люблю эти ленточки. Красиво смотрится в упаковочке мыло. Потом вам покажу еще на упаковочке. Это бумага тишью. Очень нежная. Приятно упаковывать коробочки в такую бумагу. Или просто подмылка подкладывать. Такие красивые цвета. Розовенький, салатовый и шоколадный. Дальше что у нас? Это люфа. Я делаю мыло с люфой натуральное, как мыло-мочалочка. Это уже такие порционные кусочки. Очень удобно использовать для плавления в мыло. Дальше у нас это наполнитель для коробочек. Вот таких беленьких подойдет тоже. Беленький и голубой наполнитель. Чтобы красиво смотрелась моя мылка на таких фонах. И что у нас еще? Конечно же, мыльная основа. Моя любимая мыльная основа английская. Я больше всего ее люблю. Самое прекрасное мыло получается. И самые классные отзывы о мыле на такой основе. Вот. Килограммчик мыла у нас. Это у нас просто бумажечки. И список то, что мы заказывали. Все, как видите, аккуратно и все четко сложено. Быстрая доставка была. Спасибо большое. Очень люблю этот магазин Мыло Опт. И рекомендую.